как можно распознать человека, который начал употреблять вот синтетические или вообще наркотики? Ну, в первую очередь, надо обратить внимание, родители говорят, он изменился. Mm-hmm. Я спрашиваю, а сколько прошло времени, как он изменился? Вот несколько месяцев тому назад я стала замечать, что он стал меняться. А что случилось? Он стал более агрессивным по отношению к нам. Mm-hmm. Он стал каким-то скрытным. Те вещи, которые интересовали его, скажем, учеба или вот английский, что-то он все забросил. У него было хобби, он занимался, там, mm-hmm. допустим, спортом, он перестал ходить на спорт. У него изменился круг общения. У него появились какие-то ребята, которые старше его, и когда ты спрашиваешь, кто это, он почему-то отмахивается и не говорит. Ну, мам, зачем вам знать? Mm. Потом появились какие-то выходы на улицу, и он стал скрывать что-то от меня, ребенок. Стал немножко обманывать, стал лживым. Просит деньги, причем говорит, дайте мне 50 тысяч там или 100 тысяч для приобретения чего-то. Но я не вижу этой вещи, на которые были запрошены деньги. Угу. Когда я спрашиваю, ты же просил вот на вот эту вещь, а где она? Он начинает нервничать, раздражаться. Потом постоянно в телефоне какие-то смски приходят. Вдруг он вскакивает, куда-то побежал. Просит деньги на карту. И говорит, откройте мне карту. То есть вот это тоже будет очень важный признак. Потому что все закладчики, вы знаете, да, что наркотик да, можно приобрести по закладкам. Закладчики работают по карте. Вот это тоже должно насторожить, почему это вдруг молодой человек просит деньги на карту. Причем суммы от 50 тысяч до 100, и куда-то вот они исчезают. Что еще в поведении будет меняться? Снижение аппетита, как правило, снижение веса, бессонные ночи. То он не спит ночью совсем, прям вот всю ночь. И говорит, я играл в компьютер, не спал. То вдруг он весь день спит. Прям вот не просыпаясь, очень глубоко спит. Ну и самое главное, еще такой признак будет, он будет проявлять агрессию по отношению к своим близким, к родителям, к сестренкам, к братишкам. На улице вроде бы никто ничего не замечает, а вот дома он вот так себя ведет. Иногда могут пропадать деньги. И ты спрашиваешь у мамы, а раньше не было такого? Нет, что вы, у нас всегда деньги были на виду. И вдруг в последнее время я стала замечать, что пропадают деньги. Ну, вроде бы мелочи, но я вот это стала замечать. На это тоже надо обратить внимание. А есть ли какие-то внешние признаки? Ну, такие вот цвет кожи, там, я не знаю, глаза или еще что-то? В первые месяцы употребления, я думаю, внешне нет, особо не будет видно. Да? Это будет позже, когда, так скажем, сроки употребления будут достаточно большими. А в первые несколько месяцев, я думаю, нет, просто будет поведение меняться. То есть надо наблюдать за поведением ребенка. Надо наблюдать за поведением ребенка. И смахивать это на подростковый возраст или переходный возраст не надо. Так кардинально ребенок резко меняться не может на 360 градусов.